Почтовый сберегательный банк Китая объявил о запуске своей блокчейн-системы в партнерстве с IBM. Партнеры утверждают, что это первый случай хранения активов на блокчейн-технологии в Китае. Блокчейн-решение сделало возможным общий обмен информацией между пользователями проекта в режиме реального времени. Президент ПСБК Лиу Яин заявил, блокчейн-технология позволит увеличить доверие к финансовой деятельности.